Теперь нам нужно ставить ссылку на соцсети. В общем, лучший сейчас вариант это оставлять ручным способом. У вас по видео будет ссылка на инструкцию, там вы должны скопировать код и есть пояснение к этому коду. В общем-то, вот эта инструкция, я копирую вот этот код. Тут все пояснение, что можно менять, что нельзя менять, где брать иконки, тут все есть. Просто копируем, здесь вставляем после контактных данных, становимся на блок с контактными данными и вставляем еще одно текстовое поле. То есть ставим курсор, добавить блок, ищем блок iHTML, вот он HTML код, и сюда вставляем скопированный код. Обновить. Так, видите, слева. Что нам нужно сделать для того, чтобы по центру сделать, это здесь добавить тег div, вот так вот. Здесь в конце он должен заканчиваться. И здесь класс, вот так вот пишем, равно, и в кавычках таких обычных, ну, можно соц написать. Да, на всякий случай копируем, если все исчезнет. Соц обновить. Теперь мы здесь обновляемся. Вот. Переходим в панель настроить. Здесь дефолт, дополнительные стили. И здесь ставим курсор в конце в самом. Спускаемся чуть ниже, обращаемся к классу, ставим точку, пишем название класса соц, который мы сделали. Так, давайте сразу вниз спустимся, чтобы видеть, как все уравнивается. И вводим свойство text align center. И, пожалуйста, по центру выровнялось. И можно сделать еще отступ margin bottom 10%. Много? 3%. Нормально, вот так вот опубликовать, закрываем и пожалуйста, все у нас есть, допустим, ВКонтакте, и во второй вкладке все открывается. Теперь давайте мы опять же скопируйте этот код и держите все в текстовом файле. Давайте настроить виджеты, footer 1, текст. И вот здесь прямо в текст переходим. И в конце спускаем курсор и вставляем вот этот код наш. Спускаемся вниз. Так, соц, да? Я вам предлагаю здесь соц поменять на вот этот класс, поменять на соцфуд. Соцфуд. И здесь уже возвращаемся назад, и в дефолт доп стиле мы говорим, что точка, обращаемся к классу соцфуд margin top, то есть отступ сверху 5%. И вот, пожалуйста, так красивее будет. Все опубликовать, и тут также все то же самое работает. Ну вот мы страничку контакты сделали, вернее, мы сделали все доп страницы и добавили соцсети сюда вниз.